Благотворительная акция «Вместе подарим улыбки детям» – инициатива не одноразовая. Опыт показал, мероприятие помогает детям с особенностями развития найти новых друзей, получить удовольствие от общения и активного отдыха, проявить себя в танцах и пении. А потому организаторы не останавливаются на своих довольно успешных начинаниях, продумывают новые способы удивить и порадовать ребят. В очередной раз инициаторы доброго дела пригласили в гости веселых аниматоров, чтобы создать праздничное настроение детям и увлечь их интересными заданиями. Организаторы не прогадали, скучать присутствующим не пришлось. Все откликаются, не только организация, но также и индивидуальные предприниматели, и простые граждане города Бреста откликаются на наши акции. И стараются хоть как-то, хоть чем-то помочь. В организации праздника приняло участие немало благотворителей. Инициативу поддержали частные предприятия и индивидуальные предприниматели, общественные объединения и организации, тематическая игровая программа, музыкальная викторина, конкурсы и соревнования, сладкие угощения. Все эти развлечения включало традиционное мероприятие. В этот день праздника веселья ощутили 15 детей с особенностями психофизического развития из общественного объединения «Особое детство». А вместе с ними долю позитива получили родители. Дети с особенностями развития под пристальным вниманием Брестского общественного объединения демографической безопасности, не безучастные и другие. Не первый раз для них проводятся встречи развлекательного характера, и это только начало. Планы самые серьезные, по-прежнему в приоритете забота о тех, кто в этом нуждается. Такие мероприятия, конечно же, необходимы. И очень отрадно, что именно такими волонтерскими благотворительными акциями занимается молодежь, которая включена именно, находится в составе общественных организаций. Вот данное общественное объединение демографической безопасности, вот у него, оно профильное. Оно занимается только этим, и это очень хорошо, потому что оно не распыляется на какие-то другие виды деятельности. И самое главное, конечно, это помощь детям вот такой социально уязвимой категории. София Бережная, Эдуард Букунович, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.